Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля, и сегодня я вам хочу показать самый классный, самый вкусный Лос-Анджелес. Я сейчас нахожусь в штате Калифорния, Америка, город Лос-Анджелес. Это Астробургер. Здесь это забегаловка, типичная американская забегаловка, в которой стоит побывать каждому. Там продаются мясные бургеры, и самое главное, там продаются веганские бургеры. Поэтому, кто будет в Америке, заходите, и погнали, я вам все покажу. Слушай, мы можем с тобой вести прям шоу-программу. Смотри, как красиво. Да? Сейчас мы поедим, бургера поедим, картошечки поедим. Денег потратим до хрена. Интересно, а в середине можно записывать? Такой мужчина красивый сидит. Привет. И вот еще один. Ну, здравствуй. О, ну давай попробуем. Если нам что-то скажут, уберем камеру. Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Вон мясо жарится. Hi. How are you? Fine, thank you. I want to try a garden burger. A garden burger. Got it. Garden deluxe. Coke. Как это будет штучка? Цукини фрайс. Цукини фрайс. А, так и будет, слушайте. How much? А здесь, кстати, наличка, и только можно рассчитываться карточкой. Здесь нельзя рассчитываться. Слава богу, у меня есть наличка, наверное, да? У тебя есть наличка? Нету? О, Алексей. Я надеюсь, нам хватит. Но тут должно... А на самом деле, Garden Burger стоит 5,59, Garden Deluxe стоит 7,59. Но там идет еще авокадо сверху и сыр. Вот. Полностью они все вегетарианские, без мяса, и сок стоит около до 7 баксов, и кола 5-4-3 бакса. 26,55. Ничего себе. Вот наш заказ прибыл. Делается все быстро. Минут 5, наверное. Но это, наверное, из-за того, что людей нету. Вам дается вот такой вот номерочек, в котором циферки. И это все озвучивается в динамике. Что мы заказали? Вот так вот образом. Вот таким вот образом выглядит цукини фрайс. Это, на самом деле, это странная штука, но вкусно. И вот... Это бургер с авокадо и с сыром. Он такой меньше, я не знаю, наверное, не такой веганский просто из-за того, что здесь сыр. И, конечно же, вот мой бургер. Он выглядит вот таким вот образом. Видно? Это на самом деле безумно вкусно. И котлетка пахнет. На самом деле, я не знаю, с чего сделана котлета. Соевые, бобы какие-то, ну, типа что-то этого. И, конечно же, кола и сок. Сейчас будем кушать, наслаждаться. А еще самое забавное, что здесь можно заказать песню. Для этого вам нужно будет просто 25 центов. Выбираете с библиотеки, что вы хотите. Мы как-то слушали здесь Pretty Woman. Было прикольно. А еще здесь, вот смотрите, кто здесь был. Вот та же самая Pretty Woman. И вот. Много кто здесь был. Люди тусуются, заходят, гуляют. Почему бы нет? Так вот сидишь, кушаешь с Алексеем, а тут тебе, пожалуйста... Еще Мила Йовович здесь. Опять. Мила Йовович кушает тут вот рядом с тобой под боком. Так, давай, как-то куда бросить денежку? Вот сюда. О, супер. Надо выбрать ее. Кого выбираем? Pretty Woman.
Let's do Pretty Woman. B6. Нажимать? Да. И в следующей очереди будет наша песня. Вот такое небольшое видео у нас получилось. Если вы хотите увидеть еще подобные видео, чтобы я вам показала Лос-Анджелес во всей красоте, ставьте и пишите свои комментарии. Ставьте лайки, вот, и пишите свои комментарии. Всем пока!